Давным-давно один сверчок волшебно сны раскрасил. Он ночку целую не спал и красил, красил, красил. А с ветерком цветные сны по свету разносились. И мальчикам, и девочкам цветные сны. Привет, ребята! Добрый вечер, друзья! А что рисуешь? Розу. Готовься, Яна. Сейчас ее тебе подарю. Ой, как приятно! Давно мне роз не дарили. Давай скорее! Ну, принимай! Ой, как приятно! Не поняла, разве это розы? Роза, они же красивые, с лепестками. Ой, это какие-то колючки торчат. Не расстраивайся, Яна. Просто роза ветров – это не цветок, а символ путешественников. Ты же любишь походы? Люблю, но раз походы ходят с розами? Еще как ходят, с давних пор. Смотри, розу ветров придумали в далеком-предалеком прошлом. Тогда еще не было компаса. И морякам, чтобы не заблудиться в океане, приходилось следить за звездами в небе и движением морских ветров. Значит, куда плыть? Люди узнавали по ветру и звездам? Ну да. Ужас! А вдруг и ветра нет? И в небе тучки? А что тогда? Даже и не знаю. Ну хорошо, что уже придумали компас. Ему не нужны ни ветер, ни звезды. Самое главное в компасе – это магнитная стрелка, которая всегда показывает, где север, и никогда не ошибается. Смотри. Компас? Он самый. Ну-ка, Яна, найди-ка мне, где север. Ага, север вон там, в той стороне, правильно? Да, а напротив севера юг, слева от юга запад, а справа восток. Ой, как все просто, я никогда не потеряюсь, только у меня дома компаса нет. Ну не расстраивайся, Яна, компас нужен только в путешествии. А дома тебе зачем стороны света? А может и пригодятся. Ладно, Яна, научу я тебя и вас, ребята, одному секрету. Вспомните, в какой комнате у вас больше всего солнышко по утрам. В моей комнате, а что? Значит, она восточная. Потому что солнце всегда восходит на востоке, а заходит на западе. А остальные стороны света и так легко определить. Дарю. Вот здорово, спасибо, Андрей. А я за это тебя мультик покажу. Давай. Так, сейчас я скажу, где тут у нас дверь? Вон там. Это не точно. У нас дверь на юге, а ребята у нас на западе. Ну хватит уже, лучше бы я тебе не рассказывал про компас. Я теперь с компасом буду клад искать. Жаль, что карты нет. Ну ничего, завтра найдем. А сейчас пора спать. Прощайся. Цветы густав, ребята. До встречи. Отдай мой компас. Цветные сны.